Удобное блюдо, солянка. Иногда кажется, все, что есть в холодильнике, бросаешь и объедаешься. Но не совсем так. Главное, надо знать последовательность, что и зачем надо кидать в кастрюлю. Итак, друзья, начинаем. Всем привет! Вы снова в гостях у Танюшки. И сегодня у нас на обед сборная мясная солянка. Итак, друзья, если у вас есть заранее сваренный бульон, это уже хорошо. А если нет, начинаем готовить. Кто знает, как сварить вкусный бульон? Значит, для крепкого такого насыщенного бульона я ложу лаврушечку и я беру смесь перцев. Можно взять душистый перец и можно взять обычный черный горошком. Я вместо этого беру просто смесь перцев. Итак, друзья, вот такого плана бульон можно готовить зараньше, замораживать в морозилке и использовать на любые блюда. У нас сегодня солянка, поэтому мы готовим для солянки. Для бульона я использую грудинку говяжью. В моем случае это 800 грамм. Опускаем в холодную воду. И туда же сразу я опускаю очищенную морковку целенькую и целенькую луковичку. Многие для цвета луковицу не очищают. Мне же цвет бульона роль не играет, поэтому очистила. Друзья, солянка по себе блюдо соленое, поэтому не переборщите с солью, но немножко бульон все равно надо подсолить. Лучше не досолите. Бульончик наш кипит, а мы этим временем нарезаем мясо. Значит, смотрите, как я говорила, бульон я варила или варю из грудинки говяжьей. У меня ее 800 грамм. Все остальное мясо я взяла каждого по 200 грамм. Нарезать будем соломкой. Сначала нарежем соломочкой, а потом это все на сковородку. Так, теперь карбонат нарезаем. Так, пополам, чтобы было нам удобнее. И теперь тоже нарезаем соломочкой. Теперь сухую колбаску нарезаем. Так отрежу, чтобы мне было удобней. Я ее не почистила, забыла. Так, если вдруг колбаска у вас плохо очищается, опустите ее в холодную воду минут на 10. Будет лучше чиститься. Так, теперь с бульончика мы достаем мясо. Оно хорошо отделилось уже от кости. Вон, косточка сама даже выпадает. Так, аккуратно достаем. Достаем отсюда луковицу, морковку. Это все нам не надо в бульончике. Перец тоже вылавливаем, он нам здесь не нужен.
На сухую сковородку отправляем нашу нарезочку. Немного это все прожариваем. У нас есть копченый окорочок. Обрезаем снизу все вкусности. Эти вкусности мы тоже нарезаем. Пока мясо обжаривается, у нас есть еще вот такие 4 сарделечки. Мы их тоже нарезаем. Сарделечки стараемся тоже соломкой нарезать. Друзья, если вам соломкой неудобно нарезать эти все колбасы, можно кубиком. В готовый бульон высыпаем копченую курочку. Вот так, потихонечку. Бульон у нас горячий. Потихонечку. Вот так. Сосиску. Вот так, потихоньку. Брызгает. Потихонечку. И всю нашу нарезочку, которую мы обжарили. Вот так все. Она у нас обжарилась уже. И отправляем ее вот так сюда. Потихонечку, потому что все горячее. Разбираем теперь мясо. Смотрите, можно просто на волокна разбирать, можно нарезать, как вам удобно. Нарезали мясо и отправляем его тоже в кастрюлю. Вот так. Все мясные уже ингредиенты здесь у нас все. Теперь будем заниматься луком и соленым огурчиком. Нам надо лук нарезать меленько. Я для этого использую шинковку. Вот такие получились у нас колечки. Теперь эти колечки разрезаю. Вот так мы их собираем. Вот так. Вот. И разрезаем. Вот так. Раз. И теперь нарезочка. Так, сковороду, где обжаривалось у нас мясо, добавляем подсолнечное масло. Отправляем туда лук.
Нарезаем огурчики. Хочу, чтобы вам было лучше видно, разъезжается. Не пережарьте лук. Лук уже готов. Отправляем к луку томатную пасту. Одну ложку. Вторую. И третью. Пасту мы прожарили. Хорошо, так аж в сковороде она у нас поджарилась. И теперь отправляем сюда огурчики. Отправляем зажарку вот так вот аккуратненько все в кастрюлю. Вот так. И оставляем на огне еще на 20 минут покипеть. Ну, а с вами была Танюшка, друзья. Вот такое мы с вами сегодня блюдо приготовили. Пробуйте, блюдо очень вкусное. Кстати, я не сказала, у нас солянка мясная. Но помимо мясной, солянка может быть как рыбная, так и грибная. Так что подписывайтесь, жду ваших комментариев. Пока-пока!